Алекс, не мешай, мы разговариваем. Ну что, девочки, как первый день в школе прошел? Все хорошо? Ну, Рекс, ну что тебе надо? Так кушать хочешь? Пойдем, я тебе положу корма. Ну вот, держи, ешь. Твой любимый. Ну, рассказывайте, Дианка, Катя. Мам, слушай, да все как обычно. С друзьями встретилась, так радостно. А у меня, мам, в классе очень много деток из моего детского садика, так что мне было не скучно. Ну и отлично, слушайте, надо спросить у Макса, как прошел его 1 сентября. Рекс, ну а сейчас ты чего? Мам, по-моему, он хочет гулять. Ой, да поняла уже. Саша, слушай, сходи погуляй с Рексом. Даша, ты вообще-то еще одета. Сходи ты, а мне еще одеваться долго. Ну если тебя смущает моя куртка, я могу ее сейчас же снять. Ладно, пойду до Макса. Ага, мам, он как раз вроде на 1 сентября двойку получил. О, что? Да он меня месяц гулять с собакой будет. Макс! А ну, выключай ноутбук. Мне Катя сказала, что ты двойку получил. И кто эту Катю за язык вечно тянет? Мам, да не поставили мне ее. Просто так, предупреждение. А можно узнать, а за что? Вчера даже уроков не было. Ну как за что? За поведение. А вот иди и исправляй свое поведение. С Рексом гуляешь целый месяц, без разговорчиков. Мам, я не хочу с Рексом гулять. Можно я посуду буду мыть? Да, кстати, и посуду тоже. Да так нечестно вообще. Эх. Макс, привет. Я тебе сейчас такое расскажу. Привет, Тимми. Что, ты собрал всех персонажей в Бравл Старс? Или что, тебе купили огромный попыт? Не, Макс, круче. Мне купили собаку. А, собаку. Мог бы с моей гулять ходить. То же самое бы получилось. Как раз меня отправляют. Ой, ты мой хороший. Так это же здорово, Макс. Пойдем погуляем. О, как на Рекса-то похож. Когда молодой был еще. Прикольно. Слушай, а как назвал? Это Морги. Морги? Может, Корги? Не, это лабрадор. Зовут Морги. Ну это, типа сокращенно Моргенштерн. Эх, бедная собака. Ладно, Рекс, ко мне. Гулять пойдем. Вот, слушай, прикольно, и правда похоже, только твой такой огромный. Потому что он у нас уже давно, он уже совсем взрослый. Ну все, идем тогда. Вперед, Морги! Подожди, быстро какой, на штуку одну взять. О, что это такое? А, так ты что, не в курсе? Скоро узнаешь. С собакой не только надо же гулять, но еще и прибирать за ней. Сразу. Макс, давай палку покидаем. Ну кидай, посмотрим, кто быстрее поймает. Слушай, я так и не понял, что ты эту штуку везде с собой таскаешь? Всему свое время, узнаешь. Морги, Рекс, аппорт. Молодец, Рекс. Слушай, как он тебя быстрый, надо своего тренировать. Морги, ко мне. Морги, ты куда? Морги прямо на дорогу сходил в туалет, Макс. Что теперь делать? Пойдем отсюда, в другое место. Ага, сейчас. А вот ты и узнаешь, для чего эта штуковина. На, держи. И что мне с ней делать-то? И побыстрее давай. Мне она тоже очень нужна уже. Нажимаешь тут на кнопочку. И собираешь. А, для этого что ли? Ага. Ну, Морги. Не мог куда-нибудь в кусты отойти. Прямо на дорогу-то. Вот подожди, теперь убирать надо. Еще разок. Ну и держи, Макс, я все. Ну вот, Тимми, ты прошел боевую подготовку по содержанию собак. И теперь знаешь, что с ними не только прикольно гулять, бегать и палки кидать, но еще и убирать за ними надо, то, что они накакают. Да ладно, Макс, ничего. Зато собака, это так прикольно. А убрать два раза в день? Да, не, мне не сложно. Осталось только штуку такую где-то купить, чтобы это, не руками-то. Ну это в специальном зоомагазине, если только. Так, подожди, я сейчас уберу за Рексом и еще пойдем поиграем. Ну что, Макс, все готово? Ага, чистота и порядок, кидай, посмотрим, кто кого. Аппорт! Ну что, ребята, вот такая история. Теперь у моего друга тоже есть собака. А у вас есть домашний питомец? Напишите в сообществе, кто это. А также ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Дреналка ТВ и смотрите новые, самые интересные серии. Пока-пока! Ну что, кто палку поймал? Морги, молодец мой, успел, урвал! Ничего, Рекс, не расстраивайся, в следующий раз твоя палка будет.